Родившись в Тоскане в семье Скорняка, Гуччо Гуччи вырос в окружении искусства и мастерства. Его захватывает вид саквояжей, прибывающих со всего света, не просто из городов за пределами легендарной Флоренции, но и за океан. Вдохновленный работой в лондонском отеле «Савой», к 1921 году Гуччо Гуччи понял, что на рынке есть ниша для искусно сделанного багажа. Страсть к мастерству, качественным материалам и внимание к деталям стали неотъемлемой частью детища Гуччо Гуччи. Шли десятилетия, бренд рос и развивался. К 1950 и 1960 годам проявив интерес к часовому искусству. Будучи люксовым модным брендом, дом Гуччи всегда стремился к инновациям и в 1972 году стал первым, кто вошел в мир швейцарских часовых дел. Открывая революционные техники в дизайне и материалах, дом Гуччи стал первым производителем часов, инкрустировавшим сталь бриллиантами. Сегодня эта страсть к точности, инновациям и мастерству живет в высоком часовом деле дизайнерской студии Гуччи, а также на фабрике в часовом сердце Швейцарии в Лошон-де-Фон. Совмещая в себе творческую жилку Италии и заслуженный престиж швейцарского наследия в области часового дела. В 2019 году дом Гуччи открывает свой первый ювелирный бутик, а в 2021 году выпускает первую коллекцию высокого часового искусства, впечатляющую линию часов, объединяющих особые часовые технологии и экстраординарность форм. Gucci 25H. Первые механические часы бренда эксклюзивного фабричного производства. Название этих часов наполнено символизмом. Корпус из сапфирового стекла демонстрирует техническую точность механизма с прыгающим ходом. Часы с турбионом заманчиво сверкают пчелами на пружинах. Циферблаты из драгоценных камней переливаются на свету, изящно меняясь в цвете. Миру не терпится узнать, что таится в этой завораживающей коллекции. Чарующая вселенная, притягивающая и пленяющая своим романтическим флером. С этого момента все во власти магнетизма. Это ваш момент. Все ваши воспоминания, эмоции и мечты перенеслись в эти часы. Никто не в силах избежать перемен с ходом времени. Время дарит нам новую секунду, новый час, новый день. Время отсчитывает наш жизненный путь, и мы носим его на запястье, как напоминание о том, откуда мы пришли, где мы сейчас и куда направляемся. Все мы индивидуальны, способны меняться и свободны в выражении своего внутреннего мира. Мы ищем внутреннее равновесие, гармонию и вознаграждение за труды. Мы пытаемся совершенствовать себя и мир вокруг нас. Времена бывают счастливыми, бывают трудными, но именно их отчет делает нас теми, кто мы есть. Это память, которую мы храним, чтобы учиться. Наши часы – символ нашего пути к открытию, того, как мы растем, кем становимся, как любим и живем. Жизнь – всего лишь череда сменяющих друг друга мгновений. Решения, принятые нами в эту секунду, определяют следующую. И мы двигаемся дальше, путешествуя по нашей Вселенной в поисках любви, красоты, знаний и самовыражения.